Первый есть. Хорошо. Смотрите, какой карась. Привет, друзья, подписчики и гости канала. С вами Андреевич. Сегодня выходной. Решил выйти на рыбалочку. Как всегда, половить карасика. На днях выходил на хищника. Не хочет брать ни щука, ни окунь. Ни одного удара. Думаю, выйду на карася. Выходной. Вышел, уже мои места все заняты. Нашел себе здесь местечко. Уже поймал одного карася. Но трава такая, не знаю. Может, сейчас пойду где-то место поищу другое. Пока посижу, порыбачу, посмотрим, что. Ого! Тут великие. Тут большое. Да. Карась хвайный. Вот он. Все уже в траве сидит. Здесь трава, конечно. Ну ничего. Ничего нет. Трава здесь, не знаю, поменять и место, или здесь ловить. Нет ничего. Ах, трава задолбая. Куда ж ты, трава? Куда ж ты? Раз хороший, но трава, его с травы выдергивать. Отличка. Траву уже знал. Вот эта трава задолбает. Но есть.
Головы набрал столько, что не могу. Забросил подальше. Попробую. Там корчи, конечно. Здесь мелко. Могу оборвать оснастку. Ничего, попробуем. Опять жара начинается. Неделя была, температура упала. Прошли дожди хорошие. Сейчас опять жара. Пошел. Траву и сошел. Да, трава задолбая. Как не оборвать ее? Травой его сюда, даже не будем давать ему нырять. Трава. Ты сделаешь. Карась есть или нет? Карась есть. Карась есть, но не видно за травой даже. От плотвичка. Так клюет, что думаю, не знаю, что там. Я траву зашел. Есть, нет, трава. Полно. Карася не видно.
Есть. Куда? Куда? Есть. Куда ж ты? Иди сюда. Иди сюда. Все, не ныряй. Хороший карась. Ах, красавец какой. Траву ныряет, тяжело тянуть. Куда ж ты? Давай, снимайся. Давай. Вот так. Опа. Травой яичкой. Карась. Тоже есть. Не пошел он. Опять та самая. Или есть? Дуплетик, опять дуплетик у нас сегодня. Буду заканчивать я рыбалку. Что-то клев перестал, солнышко поднялось. Поймал с десяток карасей. Много было сходов. Пару плотвичек поймал и много было сходов. Подсекаю поклевку. Вроде есть, сразу раз ныряет в траву, я его вытягиваю, нет. Такая у меня сегодня получилась рыбалочка. Покажу вам караси, но караси хорошие в траве. Караси мне нравятся. Пожарить на ужин будет. Уклюет. Была поклевочка. Как всегда, покажу вам улов. Ой. Поймал 12 карасей. На караси такие классные. Так, смотрите, какие караси. Вот. И пару плотвичек. На сегодня все. Кто смотрел видео до конца, забыл подписаться, напоминаю, подписываемся, нажимаем колокольчики. Будут свежие видео. До свидания, далее будет.